Невероятные трюки, всевозможные сальто и кульбиты. Все это чемпионат России по паркуру, который прошел на площадке одного из нижегородских торговых центров. За главный приз боролись лучшие трейсеры страны, которые прошли серьезный отбор. Наш город на турнире представляли 5 спортсменов. Никита Солостов, Александр Жирнов, Алексей Сазонов, Игорь Овчинников и Евгений Смирнов. Всего же на чемпионате выступил 31 трейсер. Судило это серьезное действо весьма представительная коллегия жюри. И самым титулованным в этой тройке был 4-кратный чемпион мира по паркуру Павел Питкун из Латвии. Он, как и многие трейсеры мира, в паркур пришел после просмотра фильмов «Ямакаси» и «13-й район». То же самое, «13-й район», «Ямакаси» и, ну, и прочие видеофильмы, которые были там сколько, 7 лет назад, и вот, ну, после этого все стали заниматься. Это спорт, развлечение для себя, это, ну, это много что, это для кого-то это жизнь, для кого-то развлечение. Для тебя? Для меня жизнь. К сожалению, нижегородские трейсеры, несмотря на многократные просмотры фильмов о паркуре, остались вне пьедестала почета. Ну а чемпионом России стал Семен Черепко из Череповца. Григорий Жигин, Александр Быков и Владимир Гайдай. Объективно, спорт, ННТВ.